Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Вот уже 2019 год. Первый видосик я вам показал. Никнейм я еще не определил. По сути, это тоже, будем так считать, первый день. Я вчера просто зашел, зарегистрировался. Потом я создавал аккаунты на других серверах, на китайке и на английском. И потом вернулся сюда. И честно, ребят, я офигел. Как вы знаете, при создании аккаунта есть, ну, когда вы вообще просто, вот кто играет через Nox, не знаю, там как через BlueStacks, именно через Nox, все время, когда вы его удаляете, устанавливаете, у вас появляется изначально новый аккаунт. Вот я перед Новым годом там чистил полностью все, создал аккаунт, зашел. И у меня, ну, я не обратил внимания, и многие из вас тоже не обратили. Когда вы посмотрите видос с созданными аккаунтами на других серверах, там идет политика, соглашение и прочего. То есть это изначально новый аккаунт. Я создал эту почту, все, вот я вам заснял видосик. Но до этого, когда я создавал, переустановил Nox, у меня появился аккаунт, и вот именно этот аккаунт, это я так, знаете, чисто подумал, что это гостевой, почему я еще и перепроверял на видео. В чем сама фишка? Когда ты создаешь, переустанавливаешь, заходишь, у тебя появляется какой-то рандомный там начальный аккаунт, и на нем есть самоцвет. Я не знаю, как у вас, но у меня, по крайней мере, всегда там 1000, 1500, 2000. И я, как обычно, по привычке, там начальный аккаунт просто взял, заролил. Я не записывал видос, но там получился просто бешеный роллинг. Почему? За 2000 самоцветов там выпали просто обалденные герои. Я офигел, пожалел, что я не записал вам, не показал то, что творилось перед Новым годом. Там, я не знаю, сколько, 9 часов это было, 8 вечера. Я просто офигевший был, вышел себе, пошел, позанимался делами, пришел и начал создавать, и не обратил внимания, что тут та же самая сила. Ну, создал я все, привязал, как видите, там дошло до названия, все, то есть почта привязана, я же перезаходил, вроде думаю, ну ладно, то есть это как бы все вот начально, как стоит, так оно есть на любом аккаунте. Но потом, после заснятия видосика, я там все сделал, вернулся обратно на этот аккаунт и захожу в алтарь. И, честно говоря, вы сейчас тоже охренеете, не в алтаре, точнее, да, вот я заходил вам на видосе, показывал склад, да, вроде, я еще удивился, говорю, какого фига здесь за 7 дней у меня вот эти вот все наборы, потому что они должны копиться по одному дню, а тут за 7. Но я этому не придал значения, думаю, ладно. И потом я захожу, думаю, пооткрывать героев там. Думаю, ладно, пооткрываю, посмотрю. И захожу в алтарь и просто охреневаю, ребят. Это то, что я выбил за 2000 самоцветов. И честно скажу, это просто уму непостижимо. Многие из вас могут не поверить, что это типа подстава, там развод. Ну, я рассказываю, как оно есть. Я за 2000 самоцветов выбил 2 стрелка, они упали друг за другом сразу же, Фрэнки, Ведьма и Дрейк, а ну и Фея, конечно же. И честно говоря, я теперь в раздумьях, что с ними делать, потому что с одной стороны слить жалко, это все получено без доната, с другой стороны это все получено до того, как мы вроде и начали, и получается как бы непонятно, что с ними делать. Но у меня, конечно, желание их все-таки оставить, это все-таки бездонатный аккаунт, и это было, скажем так, новогодний приз, но, блин, 2 стрелка за 2000 самов, это, конечно, жестко для того, чтобы вы видели, ну, то есть, вот это вот тот же самый аккаунт, то есть, тут доната на нем нет, то есть, все по нулям, ник тот же самый, как бы, у меня стоит теперь вопрос, что же с ними делать, это мега, скажем так, удача, мега халява под Новый год, ну, просто жесть, мне даже, по сути, я заролил сам себе на начальном аккаунте, и каким-то образом получается, оно подвязалось. Я не знаю, почему именно так, но часто бывает. Вот кто хочет, можете проверить. Удалить Nox, опять обратно его поставить, либо кто не играет, попробуйте на компе. У вас изначально может кинуть на аккаунт, на котором уже есть самоцвет, и, соответственно, это гостевой аккаунт, на который кто-то уже заходил, но он его не привязал, и получается, я привязал его к своей почте, и он уже теперь получается мой, я на нем заролил, как бы, ну, вот такой вот трешечок у нас получился, такой вот бонус, ну, я не знаю, как это назвать. Так, что у нас сегодня по плану? По плану у нас сегодня забрать
Вот видите, недостаточно места на складе. Как тяжело жить без дома. Ладно, открываем эти плюшки с осколками. Забираем кулачки. Так, строителей у меня, конечно же, два. А что в первую очередь мы будем строить? Это, конечно же, улучшать ратушу. Потому что за улучшение ратуши у вас даются 15 минут. Спасибо, я не хочу себя называть. Нам дается возможность открывать все новые постройки, которые нам нужны будут. Улучшить ратушу, забираем еще 15 самиков. В общем, ребят, такой вот трэш у нас получился. Нам надо, по сути, сейчас добиться. Так, давайте сразу же их потрачу. Тысячи силы. Для чего тысячи силы нам нужна? Давайте бесплатно. Нужна сила для того, чтобы открыть арену. Арена, по-моему, если я не ошибаюсь, тысячи силы открывается, поэтому нам надо будет немножко попрокачивать все. Также нам надо улучшать хранилище в первую очередь, чтобы у нас побольше влезло золота и маны, потому что все дальнейшие ваши постройки будут от этого зависеть. Также у нас есть вот такой вот помощник, с которого вы можете получить определенные награды. Тут мы получаем сегодня рыцаря, яичко, даже вот так вот. Тут определение выполнения определенных задач. Вы получаете самоцветы, там призы. Вот видите, смените талант один раз, используя самоцветы или предмет. То есть, по сути, вы получаете определенные плюшки. Вот видите, через 5 часов я смогу сделать смену. Также нам надо будет добить 10 тысяч золота. У нас нет, окей. Открыли мы доску. Квесты. Зачем квесты? Многие из вас не знают, на квестах можно тоже нормально поднимать самоцветы. То, что я вам вчера показал, на чем можно их поднимать, это одно. Также здесь есть задание, я не помню, начиная с какой силы, за завершение которых вы можете получить определенные плюшки. Вот как видите, есть вот задание 4 у меня с увеличением силы, у меня будет больше заданий. Также написано, что мне надо сделать, то есть описание, что нужно сделать, чтобы получить эти итемы. А вот это уже награды за то, что вы выполнили. То есть вот надо пропустить две подземки обычные, использовать заклинание одно, пожертвовать ресурсы. Вот видите, у меня золота не хватает, надо в рейды сходить. В общем, ребят, вот как-то так. Так, у меня пока одна таблетка, надо построить таблетки. Вот здесь находятся у нас все здания, это хранилище золота маны. Так. Пока будет эта табличка выскакивать. Так, забираем. Видите, за ратушу, за улучшение. За определенные прохождения каких-то испытаний, всего, вы будете получать награды. То есть это мы будем в процессе получать. Все. Отсюда тоже неплохо самоцветиков капает. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали построим сейчас быстренько. У нас доступна еще одна таблеточка. В общем, вот так вот, ребят, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Сливаем, не сливаем. По сути, они получены без доната, от чего их сливать. С другой стороны, получается, мы их заполучили заранее, до того, как начали качать этот аккаунт. Ну, я же говорю, я, честно говоря, был очень удивлен, когда я зашел и посмотрел, что я здесь получил. Так, давайте поставим кого-то стрелка. Можно, в принципе, и Дрейка поставить. Им будет нормально набивать сейчас на начальном этапе. В общем, вот как-то так, ребят, получилось. Что стрелок обалденный герой, что Дрейк даже на этой силе будет нам реально очень хорошо помогать. Сейчас закончим квестик. Будем дальше трешивать. Так, поднялась наша силушка. Соответственно, мы получили новый титул, то, о чем я говорил. Текущий титул. Что мы имеем? Информацию. То есть у нас уже открылась дополнительная арена, дополнительная возможность получать определенные плюшки.
С арены мы будем иметь. Видите, мне не дает ее построить, а пока я ее строить не буду. Силу улучшили, получили еще. Будем получать башни. Ну, то есть тут, в общем, всего очень много. Я буду это постепенно вам рассказывать, показывать. За улучшение, видите, за следующие я получу дополнительно еще какие-то... Дополнительно у меня будет сколько таблеток? Все-таки две таблетки остается. Но будут открываться другие здания. Вот открываться будут у нас уже буковки. То есть можно будет их ставить. Но мы их, конечно же, ставить не будем, потому что у нас нет за что. Точнее, есть, но мы на это тратить не будем. Также нам надо проходить волны, пропускать подземки. Вот у нас есть подземки. Поехали, начнем. Для чего? Для того, чтобы получать там... Вы видели, я вам показывал вчера, у нас есть ивенты ежемесячные за накопление некоторых итемов. Вы можете обменять что-то интересное для себя. Ну, конечно же, для меня это все интересно. У меня времени там осталось 6 дней. Что мне здесь будет интересно? Допустим, как для меня, это, конечно же, рунки, малышник тоже, блин, хотелось бы его получить. Но я думаю, мы и так его скоро выбьем. Я не знаю, или я успею это все накопить. Но пока будем копить. Так, первую подземочку мы прошли. Вот, пропускать можно, если вы пришли на 3 звезды, вы можете ее пропускать и получать, соответственно, за нее опыт. То есть вот мы сейчас получим немножко опыта для героев. Можно также посмотреть вот 8 уровня, они уже... Почему я пропускаю вот так вот, я не буду сейчас там утруждаться проходить его полностью все, потому что надо определиться. Вы в комментах под этим видосом напишите, что мы делаем, оставляем, не оставляем, сливаем. То есть так вот все, закончились у нас ходы, мы получили итемы, сейчас посмотрим, что у нас получилось по итемам. А я не могу поменять. А можно так, 19 шапочек и одна варежка. Вот так вот как-то у нас получилось. Ну и силушка, как видите, у меня уже все больше и больше растет. Вот так. Давайте квастик закончим. Так, использовать магию. Магию. Вот здание магии мы строили. Вот есть магия. Вы можете нанять магию. Это стрелы. Ее тоже нужно качать. Все нужно. Она дает очень хорошую прибавку к силе. Видите, надо построить здание второго уровня. Вы можете до, по-моему, если не ошибаюсь, до 5 уровня. Или до 10 минут, я не помню, строить это все бесплатно, улучшать. Так, поехали в рейд. Добьем ресурсы, чтобы побольше. Вот тут уже 20-е. Ну, сейчас посмотрим, как мы и справимся с ними. Все-таки стрелок это стрелок. А Дрейк это Дрейк. Дрейк тоже очень кайфовый. И стрелок бьет по героям. Плюс орнитоптер. Ну, в общем, это мега, скажем так, везение. Стрелок на таком аккаунте. Даже два уже, плюс ведьма. У меня, конечно, нету имп Купидона и тыковки. Ну, я думаю, в дальнейшем мы их получим. У нас есть откуда их получить. Так. Получить. За вход мы получили. Так. Бой на арене, пока мы арену не построим, пока ник не поставим. Давайте добьем еще отсюда 20 самоцветов и используем, наконец, магию. По магии я тоже вам отдельно видосик засниму. Будет все отдельно, чтобы все понимали, для чего, где что использовать, что нужно качать. В общем, такой вот трэш-видосик, и я, честно говоря, в раздумьях, что же делать. Вы уже напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Это, конечно, был новогодний подарок от IGG. Так, еще не набили. Ну, это, конечно, весело. Хотелось бы побольше таких трешечков на таких аккаунтах, что ты заходишь, блин, ролишь. Да, жалею, что не заснял этот видос. Ну, я часто бывает так захожу, переустанавливаю, потому что много аккаунтов. И в соответствии... Я удаляю, потому что начинает подвисать из-за количества роллингов. Так. Ну что там добили? Так, добили одно. И следующее у нас, что там у нас еще не хватает? Маны надо 6к набить. Так, давайте улучшим.
Вот видите, уже 15 минут, начиная, по-моему, свыше 10 минут, там уже начинается счетчик включаться. Ну вот такие вот легенды здесь есть, но это просто жесть. Не знаю, с ними, конечно, интересно будет играть. В общем, все зависит, ребят, от вас. Как большинство захочет, но я думаю, в принципе, они без доната получены. Так, окей. Что там у нас по мане добили? Ну, со стрелком, конечно, это намного легче все будет. Еще бы Анубиса сюда выбить. Так. 21-20. Видите, даже предметов у нас больше. 20-20 использовать. Окей. Так, хорошо. Забираем следующую награду. Халява. Это своего рода халява. Вот мы выполнили следующий. Получить 8 кристаллов героя. Ну и, соответственно, можно подарить. Получить значки почета. Активировать следующий уровень на 5000. Вот наши награды внизу. То есть за выполнение я получил две книжки зеленых и значки почета. Вот как-то так. Еще и бонусом получили плюс одну книгу. Вот такие вот, ребятушки, дела. Так, у нас еще здесь есть награды. Забрали мы Рудольфа, кстати. Увеличилась у нас силушка. Ну, это я тоже потом позабираю. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Если нравится, лайкайте. Ждите следующих серий. Всем удачи, всем пока.